Меня зовут Дмитрий Белановский. Я родился в этом доме, и все мое детство прошло здесь. Сейчас эта улица называется Долгоруковская, а когда-то она называлась Каляевская. Это был первый и, наверное, последний в Советском Союзе валютный кооператив. Строился он за счет средств сотрудников двух ведомств – Наркомата иностранных дел и Наркомата внешней торговли. По большей части это были сотрудники дипломатических и торговых миссий за границей, которые откладывали деньги на квартиру в этом самом кооперативе. Платили они в так называемой инвалюте. Но мало того, что они платили эти деньги, они еще должны были стоять в очереди на получение этой квартиры. Значит, там были постоянные какие-то склоки, скандалы. Эти безобразия были уже настолько вопиющие, что в «Московской правде» даже появился фельетон о том, как председатель этого кооператива за какую-то мзду манипулировал местом в этой очереди. Деньги, которые платили эти жильцы за квартиры, не давали им никаких абсолютно прав. Начиная с середины 30-х годов, многие из жителей кооператива на Каляевской подверглись репрессиям, из-за чего в народе его стали называть «Вдовий дом». Когда я был еще школьником, мой отец рассказал мне историю, которая многие годы не давала мне душевного покоя. Оказывается, в нашей квартире жил человек, которого арестовали в сталинское время. Получается, что наша семья жила в квартире, которая ей не принадлежала. Эта тайна оставалась неразгаданной в течение многих лет. Вообще же совсем другая была улица. Был настоящий переулок, был квартал. По этому переулку ходил трамвай. Ну, немножко другой город. Очень много бегали по двору. Ну, казаки-разбойники, еще что-то. Такая была сплошная беготня. Все было открыто. Подъезды были открыты. В соседнем доме была Иноостровская. В зимние каникулы 1938 года арестовали Инину папу. Ее папа был послом в Румынии, а потом он был в Москве, работал. И как-то я с ним очень дружила. Он в шахматы играли. В общем, как-то очень так был тепло настроен. Я могла допустить только, что это ошибка. Это Сталин не знает. Вот такое примитивное, ну, правда, мне было 12 лет, но все равно такое примитивное объяснение. Вот это потому, что Сталин не знает. Я понимаю, что я ничего не понимала. Но какое-то накладывается что-то. Нет, мы ничего не понимали. Отвратительная атмосфера была. Почему-то все верили. Вот это было так блестяще организовано, что почему они такое право имеют уничтожать людей? Этот дом, по подсчетам мемориала, второй в Москве по количеству репрессированных в нем. Вот на этой табличке, которая посвящена памяти Семена Саркисовича Саакяна, написано «Экономист». По стране много есть разных мемориальных досок. Здесь жил театральный режиссер Мирхольд, а здесь жил там маршал такой-то. Что с ними стало вдруг? Куда они все делись в 37-м и 38-м году? Здесь написано прямо, ясно, отчетливо и честно, что эти люди были расстреляны. В этом доме жил мой дед, Семен Саркисович Саакян. Они жили в Берлине. Это был период с 20 по 30-е годы. В доме советского посольства. И это был очень благополучный период. Моя мама ходила в лесную школу. Она на всю жизнь запомнила, как там замечательно учили порядку, как у них была своя грядка, как они занимались спортом. Но почему-то вот они все время стремились вернуться на родину.
И вот тут они и поселились на Каляевской, 5. Они эту квартиру купили за валюту, которую заработали за границей. Это была квартира 186-я. И в 37-м году, когда начались аресты, мама говорит, что ночью слушали, где лифт остановится. А утром, когда она шла в институт, она уже на первом курсе Бауманского училась, бывало так, что из дома выносили просто мебель, чашки с недопитым кофе. В это же время она познакомилась с моим будущим отцом. Они учились в одной группе в Бауманском. И он каждый день приходил за ней, и вместе они шли в институт. Но 1 сентября 1937 года он пришел тоже за мамой, но его не пустил вооруженный человек, у дверей стоял. В квартире шел обыск. Абсолютно ничего не взяли такого, что можно было инкриминировать. И мама провожала отца вот во двор этого дома. Ей казалось, что это просто временное какое-то явление, что, конечно же, там разберутся, и отец вернется домой. Его посадили в черную машину, и вот она говорит, запомнила только два этих красных фонаря, они исчезли в темноте. И все. Она, конечно же, не могла предположить, что она больше отца не увидит. В тот же день ареста опечатали одну комнату сразу и вселили туда сотрудника НКВД, женщину. И она всячески пыталась показать, кто тут главный. Но моя бабушка, героическая женщина, просто с таким чувством собственного достоинства, что вот этой вот не удавалось никак. Друзья перестали сразу приходить в гости, которые бывали. На улицах переходили на другую сторону, не здоровались. И так они жили до войны. И дальше было 5 лет эвакуации. Но когда они уезжали, они в этой квартире написали официальную бумагу. Там был перечень всех вещей, которые они оставляли. У них был документ, что это их собственность. Но когда они вернулись, им сказали, что вы не имеете никакого отношения ни к квартире, ни к вещам, и вообще вы никто. Семен Саркисович Саакян, мой дедушка, он был расстрелян на Бутовском полигоне. Конечно, это вот чудовищное изобретение «Тройка», которое действовало в 1937-1938 годах, потому что уже судебные не справлялись органы, и там вообще не было. То есть человек в свою защиту ничего не мог говорить, это длилось там 5-10 минут. Просто выносили приговор, расстрел. И расстреливали тут же буквально. Мама говорит, что, конечно же, вот эта трагедия, она не закончилась в тот момент, когда арестовали отца. Всю жизнь свою, довольно успешную, надо сказать, она каждый раз, когда требовалось на работе писать анкету, она все время внутренне сжималась и писала, что ее отец умер. Она никогда не писала, что отец репрессирован, и очень боялась. Что этот страх, вот он как-то вселился во все вот клеточки существа. Вот, вот такая была жизнь. Вот этот вот фонтан – это еще один артефакт из моего детства. Мой брат Сергей, будучи подростком, стал увлекаться химией. Я очень хорошо помню, он стал изготовлять порох по собственному рецепту. И мы с мамой собирались на торжественный концерт. И в это время мы услышали грохот страшный. Вот просто зазвенели окна, и буквально через несколько минут появляется мой брат. Значит, в общем, выяснилось, что он сделал бомбу, взял трубу, начинил ее порохом и взорвал вот в этом фонтане. Ему грозила колония. И вот тут произошло чудо. Значит, за него вступился один человек. Звали его Яков Владимирович Швейцер. Он был председателем домового комитета. Он сказал: слушайте, ну что вы творите? Вы что, не видите, что это подросток? А вот давайте мы ему дадим направление, путевку в кружок Менделеевского института. Менделеевский институт тут находится неподалеку. Фактически вот этот Яков Владимирович Швейцер спас ему жизнь. Мой отец Швейцер Яков Владимирович в 20-е годы, как комсомолец, был
послан в Дагестан. И там через некоторое время, значит, местная ГПУ его решила привлечь к своей работе. Он стал с 25-го примерно года работать в местном ГПУ. И во время, значит, одного из боев он был ранен, ему ампутировали ногу. Что еще интересно, значит, ну, во-первых, мама. Она работала в подразделении, которое контролировало иностранные посольства. Там аудиозаписи были всякие контролирующие. Она поработала в нем до 60-го года. Это, по-моему, был 55-й год. А я был дома, раздался звонок в дверь. Я открываю, значит, дверь, стоит женщина. Бледная абсолютно. Знаете, вот даже стройно было сказать, абсолютно бледная. Причем в каком-то старом пальто вообще. Она говорит, извините, я вот вдова Нудлера, который жил вот в этой квартире, говорит, не осталось ли каких-то вещей от прежних жильцов, которые вы, так сказать, не выбросили? А мама говорит, вот люстра. Она говорит, вы не могли бы мне ее отдать? Мне просто хочется что-то сохранить вот в память о моего мужа. И тут мой брат, он тоже был дома, очень хорошо, он тут же снял эту люстру, отключил там все, обесточил и отвез ее и вместе с люстрой по тому адресу, который она попросила. И потом мне родители сказали, что нам было очень неудобно. Вот это очень важный момент. 54-55 год. Они говорят, вы знаете, ощущение, она же понимала, что вот мы, никто не сажал ее мужа, чтобы захватить эту квартиру. Понимаете? Но все равно вот вина за время, наверное, у них была именно вина за время. Всю свою жизнь в этом доме, на Каляевской 5, они, так сказать, работали на общество, на людей. Кому-то пенсию улучшить, кому-то улучшить жилищные условия, кому-то дать лишнюю медаль к празднику, потому что он заслуженный человек. И себе ничего не брали, понимаете? Это очень важная особенность вот тех людей, кто жили тогда в советские годы. Бывает, что детям стыдно за родителей, за какие-то их поступки. Мне не стыдно ничего, абсолютно. Я даже наоборот, они больше отдали, чем получили. Я периодически вспоминал о том, что в моей квартире когда-то жил человек. Он ходил каждый день на службу. Его встречала жена, кормила обедом. Однажды ночью раздается звонок. Входят какие-то люди, поднимают его с постели, проводят обыск, уводят. Все, человека нет. Что с ним случилось? Куда делись его близкие, жена, дети? Не было известно ничего. Собственно говоря, в советское время спрашивать кого-то, задавать какие-то вопросы о том, кто здесь жил и что с этим человеком случилось, было не у кого и, в общем, было как-то даже опасно. Я пытался наводить какие-то справки у соседей, но времени прошло очень много, и никто ничего не помнил. Вот единственное, что мой отец запомнил, это фамилия Гуревич, но даже неизвестно было, мужчина это или женщина. У нас в доме было 24 подъезда, а потом уже через много лет туда встроили 25-й подъезд в арку. В 18-м подъезде рядом с нашим 12-м жила изумительная девочка, ее звали Стелла Кочерян. У нее был репрессированный отец и мать. Она всем говорила, что она живет с мамой. Знала ли она, что это не ее мама, а их ее няня была, которую оставили с ней, и они вдвоем жили. И я ее очень любила, Стеллку. И когда я выходила гулять, мне нужно было, чтобы она гуляла рядом. И я бежала в 18-й подъезд, стучала в дверь и открывала чаще всего вот эта женщина. Я говорила, а Стелла пойдет гулять? Она говорила, ты знаешь, детонька, она сейчас не может пойти гулять. Она пишет просьбу, письмо Сталину, чтобы ее родителей отпустили. Но если бы это произошло один раз, ну, эпизод такой, да. Может быть, в это время Стелла сидела и писала действительно такое письмо. Но это продолжалось неоднократно. И я получала каждый раз один и тот же ответ. Мои родные жили в Москве. А когда мне было 2 года, папу репрессировали. И когда мне уже исполнилось 3 года, репрессировали маму как жену врага народа. У нас 3 детей, 2 старших брата и я. И за нами приехали из Москвы моя бабушка Оля, мамина мама, и тетя Тамара, старшая сестра мамы. И для того, чтобы нас не отдали в детский дом, она забрала нас к себе домой в Москву, где у нее было 2 детей, мои двоюродные брат и сестра.
И мы много лет жили вместе в этом доме, в 12-м подъезде, в квартире 150. Но был один мальчик. Они поселились в 14-м подъезде на первом этаже, в опустевшей квартире. Мальчика звали Костя Абдурахманов. И он бегал за мной и кричал: «Твой отец враг народа, твой отец враг народа». И я прибегала домой, начинала плакать и говорила: «Тетя Тамара, Костя меня дразнит вот так». А она мне отвечала: «А ты ему объясни, что Сталин сказал, что дети не отвечают за своих родителей». Я не помню, объясняла я ему это или нет, но это продолжалось недолго. Через пару месяцев их не стало в этом доме, потому что их родители репрессировали. И квартира снова освободилась для кого-то очередного. Мы были уже в старших классах. В один прекрасный день Катя, она была старшей пионервожатой, пришла, собрала компанию из нашего класса только и сказала: «Девочки, у меня случилась огромная беда. Сегодня ночью забрали мою маму». Она рассказала, что она живет в подъезде номер 2, что мама ее была журналистом. Они жили вдвоем. И она поделилась с нами своей бедой. Ну, из нашего класса ни у кого никаких репрессированных родителей, кроме как у меня, больше не было. Но я в душе на эту ее беду никак не откликнулась. Ну, забрали у нее маму. А то, что у меня забрали маму и папу, когда мне было 2 года, у меня... То есть, наверное, ассоциация возникла, но она не вызвала никаких чувств, что я должна Кате помочь, что она несчастная, что мы одинаково... Этого не было. Я не знаю, может, это от природы было, но это же потом проснулось чувство, и у меня пожизненно осталось перед Катей чувство вины, что я не проявила к ней никакой теплоты. Прошло довольно много лет, и где-то примерно в конце 90-х годов общество «Мемориал» стало издавать такие вот печатные списки репрессированных. И вдруг я наталкиваюсь на фамилию человека, который жил в моем доме. Ну вот я могу зачитать, например: Асмус Эрик Адольфович, полномочный представитель СССР в Финляндии, жил в Москве, улица Каляевская, 5, квартира 78. Гандель Абрам Львович, работал начальником снабжения главстекла Наркомата легкой промышленности СССР. Жил в Москве, Калеевская улица, дом 5, квартира 100, а моя квартира 98. Значит, он жил в моем подъезде. Здесь насчитывается ни много ни мало 70 человек. Одних только 70 человек было расстреляно и похоронено на коммунарке в Бутово-Индонском кладбище. А сколько было сослано в лагеря и погибло в лагерях, мы об этом никогда не узнаем. Но Гуревича в этих списках не было. И мы очень много бывали на Маяковской, Пушкинской, ну, наш район же. И вот на Пушкинской там «Известия», там всегда за стеклом витрины, всегда там газеты вешали. И обычно он приходил, я останавливался, так что-то смотрел. А потом кто-то сказал, что вот так кто-то подошел почитать газету, а с двух сторон подошли какие-то двое мужчин и сказали: «Пойдем, пройдемте». Вот это «пройдемте», оно запомнилось тогда. И вот после того, как мне это рассказали, я там никогда не останавливалась. Вот какое-то было чувство, что тут берут. Быстро бегу по лестнице в школу, жили на 4-м этаже, на противоположной квартире, печать. Ну и, конечно, сразу же понимаешь, что это такое. Там собака жила. Такая собака по имени Ветер, совершенно замечательная, красивая овчарка, просто прелесть. И я потом целый день думала: боже мой, куда же делся Ветер, интересно. Ну, ее-то понятно, ее посадили. Ну, куда Ветер делся, понимаете, вот для меня было это важно. И отца взяли в 50-м году, в декабре, в середине декабря 50-го года. В 12 часов начался обыск. Кончился он
12 дня. Мы просто должны были его снарядить. Значит, надо было что-то теплое, но с другой стороны, зимнее пальто как-то будет тяжело в нем и так далее. Ну, что-то мы сооружали, что-то собирали, чтобы ему с собой взять. Допросы проводились ночью. Но одна статья потом у них там не подтвердилась, поэтому они срок уменьшили. Они собирались его на 10 лет посадить, а дали всего лишь 8. Ну, может быть, год прошел, я не знаю. Я как-то с лифосовком работая, пошла в администрацию какую-то, там мне даже может подписать письмо какое-то такое. И я смотрю, входят каких-то несколько человек. Они все мне показались одинаково одеты. Тут вдруг меня кольнуло. Наверное, это пришли меня забрать. Я пошла к себе, достала записную книжку и начала выдирать с телефона тех людей, которые, ну, мы близкие люди. Ну, и села, и жду, когда меня возьмут. Ну, я так посидела, а потом поняла, что я, наверное, ошиблась. А может, и не ошиблась. Это была хорошая квартира, номер 50, в угловом подъезде. Два балкона было у них. Мой дед Яков Мареевич Магалиф в 1926 году был послан управляющим делами советского посольства в Берлине. Дед пользовался огромным уважением. Посольство из разных стран. Они все просили, пришлите Магалифа, запутались в документации. А им пишут, что Магалиф может к вам приехать только на, там, на определенный срок, чтобы вы не задерживали его дольше этой даты. Они ни в чем не нуждались. Он получал то ли 250, то ли 200 долларов только зарплатой. И они потом долларами же платили валютой за квартиру в Москве на Каляевской. Плюс ему доплачивало сануправление Кремля 50 долларов в месяц за то, что он снабжал Кремль лекарствами. Внезапный вызов моего деда, это ничего хорошего, естественно, не предполагал. Он сразу же сел в поезд. С чемоданами и со всеми подарками. Но сообщить Москву он не смог. И вдруг на перроне в Варшаве вдруг увидел своего приятеля. И он говорит, позвони моим. Скажи, что я вот в таком-то вагоне. По-моему, в первом вагоне. И бабушка взяла младшего сына, моего папу. А старшего Женю сказал, нет, иди в школу, нет. И они первые подошли к вагону, потому что они знали вагон. А в этот же самый момент его ждали люди НКВД. Когда встретили моего деда, жена и ребенок, НКВД не знала, что делать. Они не могли отдирать от него жену и ребенка. Ну, то есть они не хотели огласки. Поэтому они подождали, пока там они все расцелуются, пока вынесут все эти чемоданы. И тогда один из них подошел к моему деду и сказал ему на ухо несколько слов. И мой отец говорит, что папа изменился в лице, подошел к нам и говорит, знаете, говорит, что вы меня не ждите, мне телефонограмму нужно послать. И мы сели на ступеньки там, и на лавочку, и мы 3 или 4 часа ждали, что он придет. Мы не поняли, что, в общем, и так мы не дождались его, пришли домой. В то время в Берлине работала, пользовалась огромным успехом молодая девушка. Кто говорит, что она была певицей, но она постоянно блистала и появлялась на всех посольских мероприятиях, и не только российских. Эта Жозефина Йенсен имела отношения интимные и с Йокидзе, и с Караханом, и в конечном итоге с моим дедом. Вот 42 года ему было, когда... Вот я давно уже перерос его возраст. Яков Мареевич Магалиф был расстрелян в 1937 году. Следователь НКВД Виктор Ярцев, который вел его дело, был сам арестован в 1939 году и вскоре расстрелян. После его ареста его жену и дочь выселили из их квартиры на Зубовской площади и по невероятному стечению обстоятельств переселили в одну из квартир в доме на Каляевской, 5. В Государственном архиве Российской Федерации я нашел два дела.
список репрессированных граждан, жилплощадь которых была передана в хозяйственное управление НКВД. Их прямо так и называют – репрессированные. Это обычные телефонные книжки. Здесь записаны не только фамилии жильцов и их адреса, но и количество занимаемых ими комнат и даже метраж жилплощади. Большая Калужская, Второй Колобовский, Каляевской нет. Во второй книжке все проще. Калошин переулок, Большой Казихинский, Каляевская есть. Белаковский, Смирнов, Воля, Котельников, Вейнберг, Бок, Рожков, Бабаян, Микадзе. Всего 9 человек. Гуревича в этих списках нет. Ноября 1938 года Совнарком выпустил секретное постановление о передаче почти 2000 комнат репрессированных сотрудникам НКВД, фактически узаконив эту практику. Но тут я вспомнил еще одну любопытную деталь, о которой упоминал мой отец, когда вот они уехали в эту квартиру. Единственная вещь, которая там сохранилась, там стоял телефонный аппарат. Раз у владельца этой квартиры был телефон, значит, он должен быть точно зарегистрирован в справочнике абонентов МГТС. Так вот, в этом справочнике МГТС был зарегистрирован человек по фамилии Гуревич С.М. Жил он в Каляевской улице, дом 5. Его телефон был D3-2192. Проходит год. 10 декабря 2014 года произошла первая торжественная церемония установки нескольких дощечек на этом доме. И я разговорился там с сотрудницей мемориала буквально через месяц. Они получают ответ из Центрального архива ФСБ, в котором было написано, что Гуревич жил в квартире 98. Вот, ну, можете себе представить, конечно, какая была радость. Следующей проблемой было найти его родственников. В 30-е годы мой дед Сергей Александрович Белановский работал инженером института «Гидропроект», который относился к НКВД. Он с женой и с моим отцом жил в одном из домов на Старой площади. Его обитателям в какой-то момент стали предлагать другое жилье, и мой дед получил ордер на новую квартиру на Каляевской, 5. Это был 1939 год, моему отцу было в то время 11 лет, и он вместе с родителями поехал смотреть эту квартиру. Она оказалась не пустой. Дверь им открыла пожилая женщина, а рядом с ней стояли двое маленьких детей. Мой дед быстро сообразил, в чем дело, извинился и сказал, что ошибся адресом. Через неделю они въехали в эту квартиру, где все комнаты были опечатаны НКВД. И вот спустя 78 лет они встретились снова. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Здравствуйте. Очень приятно. Александр Сергеевич Белановский. Ольга Евгеньевна. Гуревич. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Проходите. Проходите сюда, пожалуйста. Можно. Я вам покажу. Вот эта бабушка, то, которая могла вас встретить тогда, Ольга Егоровна, это моя прабабушка. Были, наверное, мой брат и я, так как примерно одинаково подстрижены, может быть, воспринимались как девочки. Это вот я, а это мой брат. Мы такие погодки. Дед мой, Семен Маркович, он был вообще инженер-химик, нефтяник. И учился в Женевском химическом институте. А потом в 25-м году он поехал вот вместе с семьей в Берлин, где работал тоже вот в этом нефтеэкспортном учреждении. В 1933 году они вернулись сюда, и вот в 1938 году его арестовали. А то есть он пробыл. Где он был в Котласе, в Ухта, Котлас. Продолжается посадка на скорый поезд номер 210 с сообщением Москва в Абатнанге отправлением 19:50. Поезд находится на первом пути. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. 22 января 1939 года. Котлас. Дорогая моя,
прибыл более или менее благополучно в Котлас. Меня направят дальше на Ухту. Пока взяли в больницу. Напишите мне подробно обо всем, что у вас слышно. Как у тебя со службой и квартирой? Пришли также посылку, но без деликатесов. Я от этого отвык. Масло килограмм, полкило шпика, сухари по 6 рублей 30 копеек, полкило. И еще что-нибудь питательное, например, грудинку. Дорогая Витя, навряд ли мы увидимся через 8 лет, поэтому считай себя совершенно свободной. Искренне желаю тебе обрести новую жизнь, а меня прости за вольные и невольные неприятности и огорчения, которые я тебе причинил во время нашей совместной жизни. При всех обстоятельствах я тебя любил и люблю. Крепко тебя целую и обнимаю. Мой адрес: город Котлас, Архангельская область, пересыльный пункт ГУЛАГа. September 1939. Дорогая моя Витя, пришлите, если возможно, зубную щетку в футляре и мыльницу. Мылом я обеспечен 3 месяца. Я тебе уже писал, что по дороге из Котласа в Ухту у меня стащили твой чемоданчик со всей твоей посылкой, за исключением шпика и колбасы. Там же были мои очки. Пришлите оставшуюся последнюю пару. У нас в бараке имеется радио. Когда я слушаю в 11:30 последние известия, мне по временам кажется, что ты где-то близко возле меня. К сожалению, это только обманчивое воображение. Будь здорова и счастлива. Твой Семен. 9 октября 1939 года. Дорогая моя Витя, у нас установилась уже зимняя погода. Меховая шапка, перчатки, кожаные варежки, галоши и 2 пары белья оказались очень кстати. Очень меня огорчила присылка твоего джемпера. Зачем ты это сделала? Он ведь тебе самой нужен, и ты его носила. Он еще сюда прибыл с запахом твоих духов. Больше всего меня волнует и тревожит, что на посылках указана улица не нашей квартиры. В чем дело? Что случилось? Полное тревожное молчание. Напиши, не скрывай, в чем дело, и не мучь меня загадками и предположениями, которые лезут в голову в бессонной ночи. Я вынужден тебе писать по адресу Ленинграда, потому что не уверен, живешь ли ты на Каляевской. Слишком много горя и треволнений выпало на мою долю на старости лет, а вы их еще увеличиваете вашей тактикой скрывать от меня разные неприятности. Крепко тебя целую. Твой Семен. Мой новый адрес. Коми АССР. Поселок Ухта. Почтовый ящик 226. Эти места и в прошлом веке, и раньше неудержимо манили, влекли к себе. Землепроходцы устремлялись сюда не страшась, не ведая того, что дело их обречено. Одна из первых скважин в России. Дань мужеству человека и печальный памятник прошлому. Академик Губкин говорил: тем, что этот отдаленный край не был забыт, и в нем ключом забила трудовая жизнь, мы обязаны зоркому глазу Ильича, его инициативе и вниманию. Георгий Федорович Андрющенко вряд ли помнит, сколько нефтяных скважин он пробурил за 3 с лишним десятка лет. Такие люди не ведут счет успехам. Георгий Федорович больше склонен рассказывать об авариях, которые ему приходилось ликвидировать как мастеру по сложным работам,
об осложнениях, которые требовали самостоятельного, подчас незамедлительного решения. Человек, награжденный орденом Ленина, он один из немногих оставшихся в живых участников первой комплексной экспедиции, которая пришла на Ухту поздней осенью 1929 года. Стоп! Значит, посмотрите. А вот если, вот опять я сказали, Ухтинская комплексная экспедиция, вот то, что существовало в советское время, это была Ухтинская экспедиция ОГПУ. Она идет по всем документам, по всем документам. Но в советское время ее называли Ухтинская комплексная экспедиция или Ухтинская геологическая экспедиция, всегда забывая, что там в конце. Сегодня пассажирский поезд домчит вас от Ухты до Москвы за 26 часов. Путешествие в самолете займет всего 2 часа. Экспедиция добиралась до Ухты более 2 месяцев. Вот этот кадр, 125 человек, которые сюда прибыли, они же тащили баржи вверх по течению реки. Ну вот благодаря нашим историкам и краеведам выяснилось, что это, конечно, постановочные просто кадры. Это в 30-е годы делали фильм, и вот они сделали такую постановку. В 1929 году грозненский боровой мастер, коммунист Косолапкин, командируется в Ухту. Говорят, у него была легкая рука. С одной стороны у нас Косолапкин, а с другой стороны мы видим Яков Моисеевич Морозов. Он здесь показывается, но о нем никто говорить не будет в этом фильме. Имел 2 класса образования. Выписывал специалистов из других лагерей, создавал им особые условия. Он возглавлял его с 29 по 39 год. Начало 39 года, его потом арестовали и потом расстреляли. Пришли другие начальники лагерей. И помня, что случилось с Морозом, они уже к специалистам так не относились. Значит, это был большой-большой лагерь Ухт-Печлаг с центром поселок Чебью, город Ухта. А потом этот Ухт-Печлаг был разделен на 4 лагеря. Это Воркута, это Северные железные дороги, это Усть-Вымлак и Ухт-Ижемлак. Вот Ухт-Ижемлак остался здесь у нас. До 35 года колючей проволоки не было. И железной дороги нет. Местное население, как по всей стране, предупреждено. Ловишь каторжника, а тебе за это деньги дают. А смертность ухудшается. 36-37 год – это совсем. Это уже совсем другое питание, это уже все совсем другие условия. В домах сталинской постройки сейчас идут капремонт. Вскрыли пол, нашли вот такую табличку. 5 июня 51 года строители 14-го ОЛПа, отдельный лагерный пункт, плотники со сроками 12 без поражения, 8 без поражения. Уважаемым хозяевам, живите на здоровье и за нас. Дорогая моя Витя, в лаборатории я работаю с 6 часов утра до 4 часов дня. Все время приходится быть на ногах, что меня утомляет. Поэтому, возвращаясь в палатку, я все время лежу. Жизнь проходит, а что ты от нее получаешь, кроме усталости и монотонной однообразности? Подумай об этом и старайся извлечь из нее хоть какие-нибудь маленькие радости для себя. И главное, береги свое здоровье, в здоровом теле, здоровый дух. Бывай хоть изредка в театре, на концерте. Целую тебя крепко. Твой Семен. Я родилась в Ухте, да. Мои родители попали сюда в 48-м году. Папа был репрессирован, он военно-морской офицер. За анекдот о Калинине в офицерском собрании. Он попал сюда, на север. Только по навету. И здесь был. Здесь они познакомились с мамой, которая была репрессирована с Кавказа, с города Ессентуков. Тоже по другой статье, правда, по статье, которую, как мы его назвали, статья «За колосок». Так, вы знаете, очень как-то скользко, редко, но старались не говорить об этом. Не говорили лишнего. Тем более дети не должны были знать всех этих ужасов. И все об этом мы узнали гораздо позже. Они встретились с дядей. Папа пытался рассказать ему, ну, что случилось. Они поругались насмерть. И так до самой смерти.
Они не поняли друг друга. Невинных не сажают. Вот такое было понятие, понимаете? Никто не верил, что человека просто так в 55-м году не верил. Никто, что так, человека можно просто так посадить. Вот эта вот вся большая-большая территория, все это когда-то было кладбище при лагерной Ветлосяновской больнице. При строительстве вот этих столбов электрических в 80-е годы стали здесь рыть канавы и нашли останки человеческие. А вот этот крест установили мемориальцы, которые прошли через лагерные застенки. Четвертое ноября 1939 года. Дорогая моя Витя, очень трудно писать, когда чувствуешь себя так оторванным от вас. Я тебе пишу второе письмо по новому адресу и 5 отправил по старому. Пишу аккуратно 2 раза в месяц, а от тебя получил всего 1 письмо. В начале октября я отправил 3 жалобы на имя прокурора СССР, наркома внутренних дел и предсовконтроля, прошу за ними проследить. Может быть, поручить кому-нибудь из коллегии защиты. Напиши причину перемены квартиры. Меня это очень интересует. Целую тебя крепко, твой Семен. Приезжаю в Литву, очень плачу, до Москвы плачу. Еду с Литвы просто горькими слезами. Почему? А, жалко родину. От Москвы уже не слышу языка, ничего, и уже не плачу. Отец у меня 10 лет, оркутец, сидел, 58-я статья. В 45-м году, когда советская власть пришла, и колхозы сдали. Все отняли, на землю отняли, все. Мужики же ерепенили, 7 человек семья. Не хотели отдавать ничего. Но русские солдаты по приказу Сталина все у нас сожгли. Бревна сожгли, что было для нового дома. Облили бензином. Да я всем простила, за всех молюсь. Каждую ночь собираю чемодан. Такая ностальгия ехать в Литву. Домой. У меня главный сон – это чемодан собран у дверей. Я так и не нашел могилу Гуревича в Ухте, но тут я узнал, что Ольга Евгеньевна Гуревич получила копию лагерного дела своего деда. Семена Марковича арестовали в сентябре 1938 года. Его обвиняли в том, что он заключал невыгодные Советскому Союзу договора с иностранными фирмами, был завербован иностранной разведкой, да еще являлся членом право-троцкистской организации. Все это Гуревич отрицал. Ему дали 8 лет лагерей и отправили в Ухты-Жемлаг, где он пробыл почти год, работая в лаборатории при кирпичном заводе. В 40-м году его этапировали в Москву, где продержали год в Бутырской тюрьме. Следователи допрашивали его 13 раз о меньшевистском прошлом, добиваясь признания в руководстве террористическим центром. Не добившись от него ничего, его отправили обратно в Коми. Я думал, что это была Ухта, но оказалось, что Гуревича этапировали в Усть-Вымлаг. Этот лагерь занимался лесозаготовками. Там он прожил еще чуть больше года.
22 октября 1942 года Гуревич умер от пролича сердца в лазарете Пезмакского лагерного пункта. Я связался с историком Михаилом Рогачевым из Сыктывкара и краеведом Анатолием Смилингисом и опять отправился в республику Коми. 17 октября 1942 года. Дорогая Витя, я не работаю, так как по состоянию здоровья был освобожден от работы. В настоящий же момент нахожусь в больнице и вынужден соблюдать горизонтальное положение, в силу чего письмо под мою диктовку пишет мой приятель и сосед по больничной койке. Будь здорова и береги себя, моя дорогая. Крепко обнимаю и целую. Будьте все счастливы. Ваш Семен. Но он недолго прожил. Он в августе быть... очутился здесь, а уже в октябре он умер. Написал последнее письмо из больницы. А больница не сохранилась, да? Больница лагерная сгорела. Лазарет, здание, сохранилось. Благодаря тому, что там живут люди. Лагерь, когда ушел, там жили врачи. Врачи ушли, немного привели туда потомки лагерной охраны. У меня получилось пройти весь путь Семена Гуревича от квартиры, где он был арестован, до лагерного лазарета, где закончилась его жизнь. Мы купили, вот, может, после 5 семей. Я здешняя, коренная жительница. Моя мама стрелком была, папа тоже, ну, охраняли заключенных. Ну, водили их на работу, они охраняли. Но вот когда заставляли проверять, что-то не украли ли с собой или ничего, мама, хотя и замечала, но она не предавала. Поэтому, которые потом оставались вот уже после этого, которые не уехали, они всю жизнь вот маму благодарили. Тогда за 10, даже картошек 10 лет давали. А? Вот моя мама, это вот бабушка, а это у нее сестра, тетя Марина. Сейчас будет поворот направо, поворачиваем и едем помаленьку. Вот кладбище наше наименование. Эти захоронения, вот они беспорядки начала. Тут лесу, вот другое, тут где-то. Вон. Вот первое, вот. Сейчас. Ага. Вот могила. Вот крест поставлен около могилы, вот прямо. Видите, вот. О, хорошо заметно, вот. Мы ходим по могилам. По мере заполнения кладбище продвигалось. Вот. Бугорки ямы еще хорошо просматриваются. Да, это вот видно. Траншея рядами. Ага. Да, вот траншея уже. Где траншея? А вот они. Угу. А, вот эти вот. Да. Да, да, да. Сперва начали хоронить подальше от дороги, а потом чего же, чтобы в лес не идти, уже пошли к дороге. А тут леса не было. Ну да, да, говорят. Это видно, молодой лес. Они же не заморачивались, вот, там, какие-то выбирать места, там еще делать таксацию, да. Там как-то огораживать. Thank you.
Здесь я сейчас найду своего дедушку. Да, вот Гуревич. Да, 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 да. Положим всем. Да, очень. Поклонимся им.